Бегут, куда глаза глядят, услышав предложение руки и сердца, и падают в обморок от звуков свадебного марша. Да, некоторых девушек просто невозможно затащить в ЗАГС. О четырех знаках зодиака, которые, мягко говоря, не торопятся замуж. Овен. Поскольку овны больше остальных скучают из-за рутины, брак, который они считают всего лишь юридической формальностью, вряд ли сможет их заинтересовать. Именно поэтому, планируя связать свою жизнь с девушкой овнов, постарайтесь не спугнуть ее бешеным желанием поставить штамп в паспорте. Близнецы. Здесь парням точно ничего не светит. Женитесь на ком-нибудь другом. Легкая и воздушная девушка-близнец хочет свободно порхать по жизни, поэтому, чтобы отвести ее под венец, нужно будет очень сильно постараться. Зато о такой подруге мужчины могут только мечтать. Колечки в ювелирном салоне близнец не рассматривает, и болезненной тяги к семье у нее тоже нет. Лев. Девушка-лев не торопится посвящать жизнь борщам, пирогам и пеленкам. Она снисходительно выслушивает щебетание замужних подруг, но знает, что сама пойдет под венец только с настоящим мужчиной, и если в этом действительно будет необходимость. Водолей. Свободолюбивая и независимая. Вот такая она, девушка-водолей. И если вы решили сделать ей предложение руки и сердца, сначала предложите особняк и счет в банке. Однако корыстью и меркантильностью это не назвать. Просто женщина-водолей свяжет жизнь только с достойным и состоявшимся мужчиной. Достигните высот, тогда и приходите. Возможно, прекрасные дамы этих знаков зодиака когда-нибудь и остепенятся. Однако это дело весьма нескорое. Оставьте их в покое и не засылайте сватов. Девушки выйдут замуж только тогда, когда сами будут уверены в выборе. А хоть кто им совершенно не нужен. Друзья, мы с вами знаем, что очень часто гороскопы помогают людям лучше понять собственные возможности и узнать те пути, с помощью которых достигается успех, счастье и гармония. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все интересное здесь.